и хочется наслаждаться вновь и вновь. Играть. Знакомство с предметами вокруг нас. Саундтреки из любимых зарубежных фильмов. Это кровать. Она деревянная. Это одеяло. Им укрываются, чтобы не замерзнуть. Это подушка. Рок-пати тайм. Время зажигательных и громких хитов. Навсегда вписанных в историю рока. В середине у нее шарики или камушки. Это горшочек. Он бывает разного цвета. Это стол. Сверху он ровный и гладкий. Рок-музыки. Это стул. У него есть спинка. Это лампа. Она нагревается, если долго светит. Это машинка. У нее четыре колеса. Ежедневная музыкальная программа с темпераментной клубной музыкой. Найди животное. Покажи ежика. Он умеет сворачиваться в клубочек. Правильно. Покажи стрекозу. Она маленькая. Умница. Покажи собачку. У нее четыре лапки. Молодец. Покажи рыбку. Она мягкая и блестящая. Музыкальный блок новейших треков планеты. Правильно. То, что мир слушает, покажи смотрит медведя. И обсуждает он прямо сейчас. Он большой и лохматый. Кто так говорит? Кто так говорит? Подборка самых свежих музыкальных новинок. Кто так говорит? Ты ошибся. Молодец. Кто так говорит? На Bridge TV. Покажи, кто так говорит? K-Pop Time. Кто так говорит? Время корейской музыки, завоевывающие сердца фанатов по всему кто миру. Кто так говорит? Покажи, кто так говорит? Покажи, кто так говорит? K-Pop Time. Покажи, погружение кто так говорит? Погружение в корейскую поп-музыку и молодежную культуру. Смотри, покажи, на Bridge кто TV. Так говорит? Покажи, кто так говорит? Кто так говорит? Кто так говорит? Покажи, кто так говорит? Лаунштайм. Мелодии, кто которые настроят на отдых и романтическое завершение дня. Учимся, детская. Нажми мышкой на предмет. Расслабляющая машинка. Музыка для отдыха и умиротворения.